В мастер-классе приняли участие ученики 6 класса 18-й сочинской школы. Для многих это было первое знакомство с беговыми лыжами, поэтому школьники с большим интересом и любопытством учились кататься. Открытый урок для них провели профессиональные инструкторы, которые объяснили начинающим лыжникам правила техники катания. Дети от такого урока в горах остались в восторге. Я более-менее научился быстрее кататься, спускаться с горки научился. А так я узнал многое всего нового о нашей зимней погоде. Все очень прекрасно, мне очень понравилось. Я не думала, что это будет так захватывающе. Я напомню, что это уже второй такой подобный урок по беговым лыжам. Первый прошел 28 декабря. Впереди запланировано еще несколько мастер-классов для школьников в феврале и марте. Это совместный социальный проект городской мэрии и горнолыжного курорта. Поднимаются в гору и учатся кататься на лыжах дети абсолютно бесплатно. Такие уроки, во-первых, дарят новые впечатления школьникам, во-вторых, они способствуют развитию зимних видов спорта на курорте, считают авторы проекта.